Приветствую всех! Значит, ну вот сегодня у нас такая работа под именем Паша. Главная проблема у Павла – это плечи, плечевые суставы. Ну, тут у нас много всего, тут и операции у нас были, и травмы были, и подними одну руку какую-нибудь, сколько ты можешь ее поднять? Так. Нет, вперед, наверх-то не поднимай. Вот она дальше пошла с болью. А дальше она пошла с болью. Значит, вот и она поднимается на 50%. 50 функция, а под углом 90 градусов. Тут у нас что? Вот я нарисовала, чтобы было видно. Вот какая у нас идет асимметрия, да? То есть вот больные у нас не работают руки из-за плечевых суставов. Но сегодня у нас, значит, уже третья процедура. Подтянулась правая лопатка, но плечо было травмировано. Значит, вот у нас, я красненькими линиями, вот где у нас идет напряжение, где у нас идет гипертонус. Можно заметить, вот тут я еще, значит, вот здесь у нас тоже очень-очень сильное напряжение. Натяжение, здесь все хрустит. Вот, поэтому, значит, мы что работаем? В первую очередь нам надо плечевые суставы привести в норму. Значит, нам надо лопаточки тоже хотя бы на один уровень по отношению к позвоночнику. Лордоз практически в норме, но уж очень он монолитный, то есть там... Изменения уже в дисках, уже даже и без МРТ, и без рентгена видно, что вот. А тут у нас, значит, конечно, тоже остеохондроз, но распространенный, ну, уже и в силу возраста, конечно, и в силу очень мощной трудовой деятельности. То есть покоя мы не знаем ни днем, ни ночью. Трудимся и трудимся. Ну, вот, все, начинаем работать. Молчим. Так, ну что, значит, сначала, конечно, руки обработаем. Маслица. Вот, лежи вот так, крыска. Ну вот, вот так хорошо. Не посмириться было. Нормальное давление. Лежи вот так. Не бойся. Вот так, вот. Если когда 140, у меня уже 150, у меня уже голова все закипает. А у меня 110 на 70. Очень хорошо. Самое хорошее давление. Греем спинку. Вот что наша задача — обеспечить подвижность все-таки плечевых суставов, чем мы сейчас будем заниматься. Конечно, кровообращение усилим. Так про Таньку Демкову подумала. Тихо.
этой стороны. Спинку все разогрели, все немножко расширили. Теперь будем непосредственно заниматься суставами. Так, ну сначала сейчас здесь согреем. Так, расслабляйся, не напрягайся. Давай кроем, чтобы не замерз у нас. Так же. Не больно нигде. Вот она, ну, чувствуется. И шея чувствуется. Мышцы на шее, да? Угу. Сейчас давай так помедленнее будем. Поглубже и помедленнее. Выключи. Не знаю, что нужно. Ничего не надо. Не больно? Ничего, но... Терпимо? Да-да. Так, давай вот так. Амплитуду больше сделаем. Сейчас по-другому будем. Так, а сейчас мышцами шеи будем. Не понял? Ну, это мышца вся чувствуется. Все слышно, ощущение, да, есть. Угу. Ну, больно, не больно, или ну, просто чувствуешь, так. Натянуто, ноет. Да. Угу. Сейчас, сейчас. Так, от остистых отростков идем.
боковым. Вот начинаем с первого шейного позвонка. Прям все слышу позвоночки, у него прямо все и похрустывает тут, у него, видимо, болело. Чувствуешь, да? Ну, да, второй, третий и шестой, наверное. На МРТ, да? Вот, да, чувствуются они, и нижний шестой, седьмой, да. Вот это, да. Это вот. Вот. Там кого идет. Так, давай там теперь еще. Так, грудина плечечная. Так, ну и не забываем про первые два ребра. Малую грудную мышцу. Здесь не больно? Нет. Хорошо. Так, а сейчас поглубже. Значит, будем делать поглубже, значит, будем делать медленнее. На нерв сейчас пройдем. Сталкиваем его веру. Так, вот так вот сюда. Вот так хорошо. Помягче тут стало. А как по ощущениям? Ну, она не то, что ее больно, но я сейчас чувствую все равно. Ну, что-то Мы еще делаем. Конечно бы через безобы. Местами иногда вот, есть. Где-то, Через безобы, конечно, лучше было бы сделать, но как не буду. Вчера делали. Видишь, тут натянуто. Есть точки, есть. Вот оно напряжение идет. Ну как мы его снимали? Вот, давайте вот мы его вот так вот нажимаем. Да, натянуто, вот оно прям катается. Отпустить надо, чтобы тут отпустило. Сделаем глубже.
Красное тут теперь. Так, сейчас то же самое будем делать с другой стороны, но тут все пока.